Неплохие у тебя сапоги. Вот оно что! Сапоги на гробовщике? Где взял? Ну, достались от покойного одного. Просто сапоги. Просто сапоги с просто покойника? Ну-ка, покажи подошву. Зачем? Затем, чтобы проверить на ней наличие звезды Майла, баран. Приветствую на канале Mixel Games, меня зовут Михаил, соответственно, продолжаем проходить Fallout Nevada. Итак, значит, вспоминаю то, что мне советовали подписчики под, в комментариях под прошлым видео, прошлом прохождении. Значит, у нас квест стоит сейчас на повесточке. Квест, нет, проник на базу, нет, это не то. BlackRock, пропажу посыльного. Вот, расследовать пропажу посыльного. Мне писали о том, что я, оказывается, в поселении, так, Джерлок, чинить. Да, в поселении Джерлок мне нужно было, так, уберем скрытность. Мне нужно было зайти в жилое помещение, где жил тот самый постынный с женой. Так как жены нет, она там оставила записку. Но я не мог это сильно разглядеть, и поэтому сейчас я займусь. Также у меня, в принципе, немало дел, которые мне нужно закончить. Это также у меня здесь недоделанные, то есть... куски разодранной куртки, нужно ее будет починить, найти способ починить. Также мне писали о том, что... Так, слушай, нет, я с этими тварями связываться однозначно не буду. Уж больно-то они опасные. Хотя... Этот чел нехило с ними справляется, но я думаю, что его, скорее всего, могут замочить. Так, или рискнем. Вдруг он реально захерачит. А потом постепенно он подхилится. Так, он использует целебный порошок. И сейчас, мне кажется, он размотает все-таки. Все-таки, мне кажется, он сейчас размотает этих кротокрысов. И он это сделал, мы получили опыт. За счет, конечно, большого количества повреждений у Слима. Он выглядит при смерти. Блин, он выглядит при смерти. Я, конечно, попробую пока. Да, давай, знаешь что, давай все-таки я на него применю хилочку. Применю на него хилочку. Так. Ему сейчас это будет крайне необходимо. Вот, вспоминаю, что у меня есть немало заданий. Починить нужно куртку. Потом, давай еще один применю. Пускай похилится, он молодец, он прям заслужил. Вот. Потом мне нужно сделать вот такую фигню. Я не знаю, а, нет, наверное. Не-не-не-не-не. Приклад, у меня был купленный приклад для 9-мм пистолета. Опа. Так, вы провели ремонт и зачистку механизма своего пистолета 9 мм, а также прикрепили к нему приклад. Вот. О чем и была речь. Оказывается, он просто так без верстака может прикрепляться. Вот. Балдеж. Это было довольно-таки неожиданно. Но потом в бою его мы проверим, естественно. Сейчас я не буду его проверять. Сейчас я его пока проверять не буду, так что я это все хозяйство сейчас уберу. Все. Самое главное, мы это провернули задание. Так. Ой, погоди, надо быстрое сохранение. Быстрое хранение мне нужно сохранить на быстром. Все. Потом мне нужно будет на верстаке курточку починить. Все, мы добрались до Джерлока. Значит, так, запись идет нормально, все. Забегаем вот в это верхнее помещение. Вот с этой стороны находится оно, северное. Здесь на столе, оказывается, лежит записка. На столике лежат угольный карандаш и несколько листов старой бумаги. Среди них лежит письмо, написанное дрожащей женской рукой. Оно адресовано Майло. Тому самому Майло, посыльному, которого мы ищем. Читать обращение к Майло.
Извини, Майло, я не смогла тебя дождаться. Нам пора было уходить из этих мест. Возможно, Джеральд объяснит тебе, что случилось. Но ждать я больше не могу, прости. Читать обращение к путникам. Кто-нибудь, передайте это сообщение Майло, если его встретите. Он световолосый, среднего роста, загорелый мужчина 32 лет. На ногах носит сапоги из брамини кожи. С ремешками для походного ножа и звездой на подошве. Отправился в Блэк-Рок и не вернулся. Если встретите, верните его домой. Ну, хоть какие-то приметы. Есть приметы. Так, значит, еще раз мы что-то можем его спросить. Так, я ищу Майл. Ты знаешь, где он? Майл увидел... Так, не видел с того момента. Зачем? Так, Майл говорит, что ему будет перед уходом. Майло исчезнуть, как мог пожелать. Кто мог пожелать Майло исчезнуть? Громко сказано, всего лишь посыльный, возможно. Так, это все то же самое. Ладно, здесь ничего не изменилось. Окей, значит, это хозяйство мы прочитали. Это хозяйство мы прочитали. Теперь мне писали о том, что значит, имеет смысл после этого загонять обратно, загонять в Black Rock, поболтать с гробовщиком и подойти к Юджину. Куда побежали? Во. Койоты. Койоты. Койотов я сильно не боюсь. Так, погоди, я посмотрю, ты хотя бы... Он еще раненый, но уже более-менее должен подлечиться. Давай, значит, по койотам постучим по тыкве. Ну, или промажем. Ну, естественно, как по-другому. О, да. О, да. О, да. Блин, Слим красавчик, на самом деле. Вообще молодец. Я думаю, что ему нужно подобрать хорошее... достойное его оружие, холодное, при помощи которого будет он выносить все мозги. И это, скорее всего, как мне рекомендовали, купить кувалду. Так, опять. Гекконы. Ну-ка, ты раненый все еще, да? Ну, давай попробуем. Давай, мы, если что, сохранились, подбежим к геккону и попробуем втащить. Блин, ну или мне втащат. Так, а почему он в рукопашку сейчас дерется? Он потерял копье или я забрал его копье и не передал? Надо сейчас посмотреть в инвентаре после этого боя. У него очень хорошие ударчики. Очень хорошие ударчики. Он просто выносит. У него прокачанный, это, безоружный бой. У него прокачано холодное оружие. Замечательный напарник на этих этапах. Да, копье все еще у меня. Оказывается. Давай, значит, с тобой мы махнемся. Копейку-то ты забирай. Что тебе еще можно такое всучить? Может, ломик? Но, кстати, насчет ломика. Ломика я, наверное, пока оставлю у себя. Вот. И попробую еще. Все-таки, стоп, а меня научили? Нет, меня не научили так срывать шкурки. Так, еще. Скрытность, понятно, эрудиция, ремонт. Нет, наверное, нет. Наверное, шкурки я снимать с них все-таки не могу. Хотя об этом тоже в комментариях заводили речь. Так. Давай, значит, все, мы отправляемся. Ой, погоди, руку почесать решил. Так, значит, в первую очередь мы отправляемся. Все, мы в Black Rock. Кайф. Бежим, значит, заводим. Нет, 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 точно не к тебе. Нам нужно сейчас завести беседу с гробовщиком. Сохранились. Вот. Неплохие у тебя сапоги. Вот оно что. Сапоги на гробовщике? Где взял? Ну, достались от покойного одного. Просто сапоги. Просто сапоги с просто покойника? Ну-ка, покажи подошву. Зачем? Затем, чтобы проверить на ней наличие звезды Майла, баран. Так, ты покажи, если там звезда, а разбираться дальше будем. Блин, про барана мне, в принципе, нравится, но я к этому гробовщику отношусь, ну, плюс-минус... Плюс-минус нормально. Чуть более чем нейтрально. Смотрит по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь. Подожди, мне надо сходить к Джастину. Опа, опа. Вот здесь уже что-то темное пошло.
Так, Джастин тебя крышует, да? Говори, что знаешь про Майла, пока сам живьем в земле не оказался. Хороший вариант, я бы ему такое сказал. Эй, Боб, нехорошо. От меня столько добра этот поселок увидел, а ты как меня подводишь, я же свой человек. Вот это еще лучше, вот это бы точно вот прям хорошо было сказать. Слушай, ты же хороший человек, я вижу, расскажи о том, что случилось. Обещаю, тебя никто не накажет за это. Тоже очень здравый ответ. Ну что, гаденыш, хватит с меня. Или говори правду, или я расскажу все Вильяму. Нет, третий вариант мне нравится. Ты обещаешь? Послушай, я правда не хотел. Он заставил, мне пришлось. Так, рассказывай правду. Сын Джастина, это он во всем виноват. Он и его банда, они поймали Майла, вещи его разобрали, а меня закапывать заставили. Все-таки они грохнули его, да? Я ни в чем не виноват, ни в чем, я только закапывал. Так, теперь давай я буду задавать вопросы по порядку. Только никому не рассказывай. Что за люди напали на Майла? Сухо сглатывает перед ответом и переходит на шепот. Крота крысы. И сын Джастина. Он один из них. Другой вопрос. Зачем тебя заставили скопать труп Майла? Ну, его бы нашли. Надо было спрятать. А где же еще, кроме как у нас? Так, еще вопрос. Какого черта ты забрал сапоги Майла? А что? Мне ходить-то в этих тряпках всю жизнь. Знал бы, что так выйдет, не надел бы. Так, ты знаешь, где посылка Майла? Я... забрали ее гады. Там шкур целый мешок, и все растащили. Почему ты молчал об этом? Джастин меня не тронет, а вот его сынок, он же один из этих кротокрысов. Что я могу против него? Он сказал молчать, и я молчу. Ты же ему не скажешь, а? Так... Ладно, ладно, вот и вскрылась эта самая хрень. Так, дай-ка еще кое-что посмотрю, насколько у меня прокачан ремонт. 56. Я в прошлый раз, по-моему, пробовал, я не помню, при уже увеличении ремонта я пробовал провернуть, снять ошейник. Почему ты не то избавишься, я попробую. Нет, пока еще не могу я это сделать. Либо... Ну-ка. Нет, наверное, все-таки не могу. Наверное, все-таки не могу. Так, это журнал комиксов. Это я не могу прочитать. Так, сохранимся. Теперь поговорим с Юджином. А, в чем дело? Он со мной наконец-то заговорил. Раньше он не хотел со мной разговаривать, а теперь наконец-то он со мной заговорил. Тебе и твоих связях с рейдерами. Насмехается. Да ну, рейдеры! Чё, серьезно? Откуда им тут взяться? Не выкрутишься, я знаю, кто убил Майла, так что тебе лучше со мной сотрудничать. И вправду, не все так складно. Ладно, еще вернусь. Так, давай первый вариант. О-о-о, с пафосом делает вид полной растерянности. Я должен на это купиться? Как? Почему? Тебя опознали в общине Джерлока, например. У меня есть и другие улики, опомнись, пока они не оказались на столе у Вильяма и его отца. Так, могильщик Боб тебя выдал, а его выдали сапоги Майла, которые, кстати, лежат на местном кладбище. Мне все известны, имею в виду. Так, давай первое. Хитро оглядывается, чтобы убедиться в отсутствии посторонних ушей. Ладно, пришелец, ты вроде как рассекретил меня. И что дальше? Сначала хочу узнать подробности, что и как произошло между вами и посыльным. И все? А потом ты от меня отстанешь? Чем вам помешал Майло? Мужик раньше был с нами повязан, что-то вроде информатора, понимаешь? Да, он был полезным, пока банда была большая. А ты думаешь, как ему удалось спокойно посылки таскать, а? Мы ведь всю долину контролируем. Так, как вы обошлись с посыльным? А, как вы вышли на посыльного? Да, я знал, что Вильям двинулся на торговле с караванами. Мне отец рассказал. Говорил, что Вильям хотел здесь целую стоянку устроить. Поэтому сделал заказ у того старика в общине Джерлока. Я приходил к Майлу, чтобы узнать, пойдет ли он с нами. А он, падла, отказался. Такой потом банда решила, что его надо порешить.
Я не хотел, зуб даю. Я правда не хотел, но банда так порешила. Так, что вы сделали с посылкой? В тележке участвовали... в дележке участвовали все, кроме меня. Что там каждый сделал со шкурами, я не знаю. Расскажи о своей банде. Крота-крысы? Когда-то нас было больше. Всех понемногу. Воры, убийцы, кидалы, сутенеры. Кого только в этих краях не встретишь. Многие бежали из Рина, кто-то из Солт-Лейк-Сити. И все просто хотели выжить как могли. Так. Не побоялись преследований? Да ты хоть понимаешь, на кого точишь, а? Мы банда! Мы порешили стольких и стольких еще порешим. И уж ты-то там не проблема. Сечешь? Блин, хамло вонючий. Он мне уже не нравился. И все-таки я думаю, от этого ублюдка надо избавляться тоже. Посмотрим, получится это сделать и придется ли это сделать. Но я думаю, что от этого ублюдка надо избавляться, снимать с него кожаную курточку тоже. Много хабарчика с него снимать. Но его тоже надо кончать. Ну, мразь, мразь. Убийца, мразь. Надо такого тоже порешать. Может и будешь, но сначала тебе придется ответить на вопросы. Так, ты должен рассказать, что замышляет банда. Так, думай, что хочешь, но когда-нибудь я найду на вас закон и порядок. А пока можешь быть свободен. Так. Ты должен рассказать, что замышляет банда. А, почему же? Потому что я могу помочь вам в деле. Не хочу им помогать. Потому что ты совершил большую ошибку. Тебе нужно порвать с рейдерами, а самим их заложить. Думай, что хочешь, но сначала тебе придется ответить на вопросы. Так, давай второе. Ага, слышал я уже такое. От Майла, например. И чем же он кончил? Так же, как и все. Так же, как и все кончим, просто в разное время. Теперь слушай меня. Я найду для тебя нужные слова. Черт, в твоих словах есть доля правды. Я ведь Майла никогда бы и не тронул, если бы не банда. Да и банда свое доживает. Черт, я запутался. Не знаю, что делать. Может, действительно бросить все? Расскажи о планах, а дальше я все устрою. Тогда тебе придется пошевеливаться. План был такой. Когда караван пойдет мимо гор, по открытым местам, банда откроет стрельбу с вершин и положит всех там, что никто и пернуть не успеет. Уж не знаю, как они там на местах все решили. Я удрал, чтобы не спалиться перед папашей. Вот, держи. Позывные и рацию. Только так ты их найдешь. Буду иметь в виду. Так, рация. А позывные? Он мне дал позывные, да? Смотри, значит, у нас задание было блок... Так, Все. Мы здесь сохранимся. Единственное, я не очень помню, где здесь есть верстак. Мне... Блин, вот здесь есть верстак, да? Мне бы нужен верстак для того, чтобы... починить свою новую курточку. Почти новую курточку. Так, сохранимся. Давай попробуем вот здесь по поводу посылки. Мне удалось найти посыльного, точнее его останки. Ох, прискорбно это слышать. Как же это случилось? Ударом лопаты по голове. Вот как. Это сделал Юджин вместе с бандой кротокрысов. Его загрызли гекку под ножи гор. Мы с Бобом уже захоронили останки. Ну-ка про Юджина. О, господи! Уж такого поворот событий я никак не ожидал. Слушай, нам нельзя терять ни минуты. Немедленно пойдем к Юджину или Джастину и во всем разберемся. Ты уверен? После изрядного скандала вы возвращаетесь в бар. Чертова семейка. Ладно, сейчас не до них. Оказывается, Юджин за банды собирают захватить караван, который я жду для торговли. Им нельзя этого позволить. Но с другой стороны, мы не можем им помешать своими силами. Впрочем, есть одна слабая надежда. Только не говори мне, что ты хочешь спасти караван. Мне удалось выявить полезные для рации... позывные для рации рейдеров, по которым Юджин с ними связывался. Вот, держи. С их помощью ты сможешь прослушать переговоры ублюдков и предупредить караванщиков. Зона действия рации довольно большая, так что тебе придется действовать осторожно и быстро. Но я не говорил, что собираюсь этим заниматься. Так, отлично, я попробую что-нибудь сделать. Ах да.
чтобы не осталось между нами ни договорок. Вот 100 баксов за хлопоты по поиску Майлу. Понимаю немного, но без шкур Эвана теперь я не смогу столько заработать, сколько планировал. Извини. Ладно, здесь опыт и пройденный квест. Юджин смылся. Значит, давай я сделаю сохранялово тут, да, вот так вот. Значит, этот упырь Юджин смылся, и давай, я сначала попробую поколдовать с этой рацией. Чтобы использовать рацию, возьмите ее в руку, и закройте инвентарь. Вот оно как, окей, использовать. Сквозь шипение отдаленно можно различить периодические переговоры рейдеров. Следуй по направлению сигнала. Эй ты, алло, не смей даже пытаться убежать. Мне отсюда все видно, застрелю к чертовой матери. Я не собираюсь, ребята, я напротив, хочу вам помочь. А теперь расслабься и говори, что ты задумал. Я сначала тебя послушаю. О, да тут у нас настоящий герой пустошей, бесстрашный и готовый на любые подвиги. О, Иисусе, да как же нам быть с тобой, ребята? А теперь слушай меня. Или ты делаешь, что я приказываю, или... Что за сделку ты предлагаешь? Ха! Мне не нужна помощь каких-то оборванцев. А ну, по норам, крысята! Блин, слушай, у меня прям есть огромное желание размозжить им бошки. Я думаю, они это заслужили. Я думаю, надо с ними это сделать. Ну, это больно. Кажется, я труп, но я хочу попробовать. Ну-ка. Ай, карамба. Бежим! Ха! Не, я труп однозначно. Вообще просто похер. Мы, да. Блин, но... Так, я так понимаю, шансов у меня катастрофически немного. Хилок у меня, кроме порошков, особых нету. Так. И что же мне тут советовали с ним поступить? Ну, по-моему, ничего особо не советовали. Так. А как я их отравить смогу? У меня же яда-то нет никакого, по-моему. В том-то и печаль, да? Это у нас брамине молоко. Нет, вряд ли это поможет. Только если оно будет протухшее, они скорее обдрищутся. Так. Ну тогда давай, знаешь что, я все-таки попробую. Мне чисто ради интереса. Мне нужно, значит, создавать яд или где-то приобретать яд. Так, давай попробуем помочь. Я, например, хочу вам помочь. Нам разве нужна помощь? Хотя ты можешь послужить хорошей приманкой. Ладно, давай поговорим о сделке. Что за сделку ты предлагаешь? Видишь эту пещеру? Там сейчас затихарилась кучка остолопов. Им духа не хватает выйти. Представляю, каково им сейчас. Ты предлагаешь их оттуда вывести? Сам догадался. Или кто-то подсказал. Но учти, у тебя дороги другой нет. Так что подумай, если для тебя... Что для тебя важнее? Вывести караванщиков на пыльный ветерок, пустоши или сдохнуть вместе с ними в пещере? Так, ладно, я пойду посмотрю, что можно сделать. Это тело внутрь, живо. И даже не думаю выходить без караванщиков. Так, идти в пещеру. Слушай, пещерка, знаешь, пещерка-то очень даже похожа на ту пещеру, которой я... Зачищал... где я эти яички собирал? Она очень похожа, кстати. Реально похожа. Так. А вот пацаны. Вооруженные. Да, это караванщики. Внимание, враг! Стойте, я не враг! Черт возьми. Да кто это там? Тот, кого не ждали. Это точно. Не пойму. Это какой-то подвох? Ладно, слушай. Кто бы ты ни был, тебе надо поговорить с нашим вожаком. Он позади меня, у повозок. Неплохое начало. А я могу вот этого залутать? Шприц пустой? Ну, возьмем. Блин, я бы залутал, конечно, с него броньку. Охранница? Мы никогда не попадали в такую передрягу. Давай попробуем. Какая неожиданность. Позволь догадаться, тебя поймали рейдеры и отправили сюда, чтобы нас выманить.
Так. Там нет никаких рейдеров. Именно так и было. Вот ведь хитрые мерзавцы. Ну что ж, добро пожаловать в западню, дружище. В западню, да? Ладно, слушай, мы тут как бы в западне. Второй выход завален камнями, и у нас кончается провизия. Так что кое-кто здесь оказался не к месту. Ну ты понимаешь. Теперь давай подумаем вместе, как нам выпутаться из этой передряги. Сначала скажи, как вы в ней вообще попали. Мы продвигались в Black Rock. Так, проверю еще раз, все, звук пишется. Мы продвигались в Black Rock торговать шкурами по приглашению местного хозяина. На подходе у подножия горной гряды мы почуяли подвох. Эти рейдеры оказались такими тугодумами, что не додумались даже затушить костер, когда ждали нашего прибытия. Кроме того, их было видно в бинокле. Поэтому мы пошли в обход и нашли эту пещеру. Теперь у меня такое чувство, что нас сюда специально загнали, потому что вход вскоре был взорван и обвалился. Открыть его – безнадежное дело. Остался один выход, и он патрулится рейдерами. Не могу поверить, что все это спланировано. Скорее всего, им просто повезло. Вот такая история. Весьма неприятно должно быть. Ну что, есть предложение, как нам выпасть из этой передряги? Так, рейдеры сбежали, вы можете выходить. Дай, так, время подумать. Время подумать. Ой, у меня вот, блин, яда-то вот особо никакого нет. Ну-ка, а я могу это подлутать чуть-чуть? У вас видно, так, это, если вас увидит кроватьчик, будут большие неприятности. Еще раз попробую с ним поговорить. Так, рейдеры сбежали, надо выходить. Нет, ну, обмен с ним не имеет смысла. Значит, по факту, мне как-то нужно было их затравить. Да? Мясо брамина. Так, огромное количество камней. Настолько огромное, что просто так с места не сдвинуть. У меня, кроме коктейля Молотова, взрывчатки-то и нет. Значит, надо подумать. Все-таки, ну, был какой-то вариант их потравить. Давай попробую выйти теперь. Какого? Жить надоело? А ну в пещеру залезь живо, без караванчика не возвращайся, чтоб тебя. Они там уже дохлые лежат. Можете проходить. Ну-ка попробуем. Да? Тогда тебя вперед пустим. Всем собраться. Живо. Так. Просто попробуем гасить их всей толпой. Так, значит, рейдер и тоже рейд. Главарь банды. Охранник, караванщик, и это охранник. Так, давай будем пробовать. Будем пробовать все-таки. Блин. Что из этого выйдет? Блин, Слим просто упал. Слава богу, что он не умер. Но надо попробовать. Так, давай 3. 4. Давай пробуем кого-нибудь из них снять. Минус 9. Немного. Так, минус охранник, да? А, просто прокидывает охранника. Караванщик получает критическое ранение. Так, главарь банды получает ранение. Да ладно, главаря банды замочили все-таки. Обалдеть. Так, давай все-таки будем добивать этих тварей. Блин, жалко, нельзя никакой лут с него снять. Ну ладно, пробуем дальше. Попытка, как говорится, не пытка. Ладно, потерпим. Сейчас я буду пробовать лечить Слима.
Значит, буду делать выстрел и лечить Слима. Выстрел. Минус 16. Зараза! А где хилки? Хилки, хилки. Блин, вот это надо было заранее все продумывать. Я смогу полечить Слима? Слимчик, Слимчик, Слимчик. Нет, наверное, не смогу. Ладно. Дальше. Опа, опа. Вот этого... Вот, все, его сейчас убьют. Его убьют, по-любому. Сейчас они с ним расправятся. Я буду пробовать гасить этого ублюдка. Так, минус 14. Теперь попробую... Знаешь что, давай, наверное, попробую преследовать Слима прикрывать. Опа, а он будет его... Слим будет его преследовать? Есть. Член банды умирает. Член банды умирает. Пошел преследовать этого ублюдка. Слишком много очков потратил. Так, все. Чил, а ты что за мной-то бегаешь? Все, охрана с ним сейчас расправится. Охрана с ним сейчас расправится. Блин, слишком много очков опять потратил. То есть я не смогу? Нет, не смогу. Не смогу. Ой, какой молодец. За сокрушительную победу над противником вы получаете очки опыта 65. Да, окей, я не получил... перед вами член свиреп, который с его нечищенные зубы и засальные волосы как нельзя точно отражают название банды. Слушайте, я хоть и немного получил опыта, совсем чуть-чуть опыта получил, но... что есть, я с них подзалутаю. Вот, кстати, копье. Есть. Ладно, не со всех, но что-то я все равно с них залутаю. Пистолет! Я раздобыл себе 10-миллиметровый пистолет. Два пистолета. Это кайф. Это кайф, пацаны. Хоть что-то, это... Оу май гад! Это старый револьвер. Блин, это все пойдет на продажу. Это все пойдет на продажу. Охранник. Плохий дел. Так. Последнего Брамина съели. Спасибо, Скиталис. Встретимся в Black Rock. Я помог все-таки, да? Все-таки я помог. Все-таки я прошел этот квест. Задание. Расследовать пропажу посыльного. Да. А мне не придется посыльного выкапывать из могилы? Ну, как бы... Чел! Ты как туда попал? Все, он застрял в текстурах. Вообще красавчик, блин. Ладно, сейчас разберемся, сейчас выйдем, и все будет хорошо. Я хочу посмотреть, что почем. 6.14 старый револьвер. А этот? 5.12, 10-миллиметровый. Этот? 6.12, 9-миллиметровый. А, ну-ка, сколько очков? 5 очков? 6, да. 4, 5. Вот, револьвер для меня пока самое выгодное приобретение в плане... мне нечем перезарядить. Но я могу разрядить другой. Угу, есть. Так, да, и могу зарядить этот. Вот. Револьвер... с точки зрения использования ОД. Самый для меня сейчас выгодный. Кайф. Я, значит, оставлю его. 9-миллиметровый, у меня патронов дофига тоже, кстати. Придется оставить его. Так, ну-ка, еще сравнительный... Еще раз сравнительный тест. 9-миллиметровый получше, чем 10-миллиметровый. Придется оставить его. Я так понимаю, приклад мне дает дополнительный... Значит, смотри. Дальнобойность... Так, БП 2,7 у 9-миллиметрового, 12,12. Вот это уже вопросики. Ладно, пока оставим 9-миллиметровый. Ну и, в принципе, и 10-миллиметровый оставим. А на крайняк, я все-таки, наверное, вот так оставлю себе. Пускай у меня вот так будет. И этот, и этот. Патрончиков хватает. Будет что мне продавать. Кайф.
Немного опыта заработал, хрен с ним, но зато выполнил квест. Стоп, это лагерный костер. О, ягоды могу собрать здесь. Шашлык из угуаны. Так, он может помочь на изготовление. Так. Шашлык из игуаны. Комплекты. Так, вернуться к списку. Ясно. Мне, в принципе, сейчас особо хилиться не надо. Ну-ка, я посмотрю, сколько... Ты при смерти? Он при смерти, пацаны. Он при смерти. Давай-ка я сначала ягодки ядовитые возьму. Немного недозрелых ягод. Неплохо. Корешки есть какие-нибудь? Нет, не вижу тут никаких корешков. Ну, ладно, мы сейчас попробуем, в принципе, добежать до поселения. И, надеюсь, немножко подхилок хватит ему, чтобы выжить, чтобы восстановиться. Теперь. Ну-ка, сколько у меня вообще опыта? Ой, пипец, 5000 опыта мне еще нужно наскрести до следующего уровня. Так, я, наверное, оружие уберу на всякий случай. Пока что. Чтобы общаться с другими. Ну, поговорим. Карванщики мне уже все рассказали. Кто бы мог подумать, что один человек сможет решить столько проблем. Отличная работа. Такие слова должны бы неплохо подкрепиться чем-то материальным. Эх, извини, но эти караванщики оказались теми еще барыгами. К тому же шкуры Эвана так и пропали бесследно. Шкуры Эвана так и пропали бесследно. Так что доходы небольшие. Могу дать 200 баксов и 20% скидку на свой товар. Для наших краев это весьма неплохо, имей в виду. О, есть предложение получше. Отдай старый энергетический пистолет, который лежит среди твоего товара. Хороший вариант. Я предлагаю... Это все-таки деньги, это дело наживное. Со временем я думаю, что я это... То есть денег раздобуду. Скидка тоже кайф. Скидка тоже кайф на самом деле. Но я думаю, торговцев я и получше найду, чем он. Но энергетический пистолет — это необычный вариант диалога. Я выберу его. Ну, если подумать, ты прав. Кто еще у меня купит эту рухлядь в этих краях? Вот, держи и радуйся. Так. Ха-ха-ха, счастливчик! Это, между прочим, не просто какой-то пистик. Так, это какое наточенное копье? Это обычное копье. Это не просто какой-то пистик. Это именной пистик. Батарейки у меня есть для него. Ну-ка, как я могу? Одиночный, прицельный, а у меня энергетическое оружие. Ой, вообще отстойно прокачано. Но... Знаешь что, пускай будет, пускай лучше он будет. Так, значит, мне нужно немножко сгрудить лишнего корешу. Может ему пистолет отдать? Даже не знаю. Так, может ему и стоит пистолет отдать, но мне кажется, нет, мне кажется, ему нужно полуавтоматическое оружие. Это ж как Сулик. Он же как Сулик. Надо что-то ему отдать. Что-то носить с собой. Ну, мне это все жалко ему отдавать. Ну, ладно, давай... Нет. Давай ему все-таки... Погоди. Какой тут пистолет? Вот этот? Да, этот, которым я пользуюсь сейчас. Значит, испорченный лазерный. Их... Так, я немножко, наверное, подзабыл. Может, мне писали, может, нет, где можно их починить. Точно не помню, это прям нужно сейчас искать. Потому что слишком много комментариев мне регулярно под видосами пишут. И не факт, что я смогу вспомнить. То есть, где конкретно мне починить это лазерное оружие. Возможно, это типа при помощи верстака. Но я не думаю, что мне хватит науки. Давай я, наверное, для начала сброшу вот лишнее оружие. Вот это тоже. Вот этих, ну давай, штуки 2-3. Благо, у торговца можно обмениваться, тоже менять кем? Напарником или тобой. Во-во-во, вот это там есть этот вариант, это кайф. Значит, сделаем вот так. Сделаем, значит, вот так, отлично. Вот, и поговорим с караванщиком.
где тебя носит? Я ж думал, не успею поблагодарить перед отъездом. А то ведь в пещере даже лица твоего толком не разглядел. Эх, ладно, не умею благодарить, честно. Но все же, спасибо тебе. Да, пожалуйста. Мы тут еще какое-то время побудем, затем отправимся в Ньюрино. Если тебе что-то нужно, поговори, говори сейчас. Хочу спросить тебе, как вы в путь... Пока вы в путь не укатили. Так, ты вроде что-то наторговал по пути в Блэк-Рок. О да, и было бы неплохо загрузиться хоть немного перед возвращением. А, разгрузиться немного перед возвращением. Может, тебе что-нибудь интересует? Давай взглянем на твои товары. Ну-ка. Ну, кожанка. А почем кожанка, кстати? 443. А мне не кажется, либо я видел дешевле кожанку. Слушай, а мне не нужна шкура геккона? Одна. Для того, чтобы на верстаке починить курточку. Мне, по-моему, про это писали. Мне, по-моему, где-то про это писали. Я буду посмотреть. Ой, хотя уже столько видосов тоже записано. Выполни квест охоты, поговори с охотником, попроси взять с собой на охоту. Так, это мы уже сделали. Теперь... Так... Делся все, ясно. Так, ну, блин, ну окей, окей. Не буду я сильно на этом сейчас акцентироваться. Как-то вот мне надо будет починить ее. Это мне нужно сейчас, опять же, тонну всех ваших сообщений перечитать. Слишком много сообщений. Точно, точно, точно. Вот я наконец-то нашел сообщение, где с одним из подписчиков в Телеграме. Так, в Телеграме как раз он мне писал о том, что как скрафтил эту курточку. Вот, так что, если кому-то интересно... Подписана на мою группу в Телеграме. Ссылочка есть в описании этого видео. И другие ресурсы. Если кому-то интересно, обязательно все проходите, посмотрите. Вот, и у нас там было общение насчет курточки. Эту курточку можно скрафтить при помощи верстака в городе Убежище. Вот, и нам все-таки понадобится шкура геккона. Вот, так что я ее сейчас прям и приобрету. Вот, я скрафчу, значит, эту кожаную курточку. И она мне достанется, ну, всего за ничего. Потом, все-таки мне нужны, нужно разжиться патронами. На данный момент, вот эта пушка для меня сейчас является, револьвер, да, вот, значит, мне нужны 0.44. Тут есть такие патроны? Нет, тут таких патронов нет. 10-миллиметровые. Блин, а даже 9-миллиметровых тут нет. Окей, давай я попробую взять... комплект 10-миллиметровых. Пускай будут. Динамит, наверное, мне тоже рано или поздно может понадобиться, но я пока оставлю все как есть. Значит, в обмен давай, наверное, вот эти штуки вот сюда. У меня еще 3 осталось. Вот 3 у меня еще осталось. Это все мы оставим. Бухлишко я, наверное, тоже продам все-таки. Потом, наверное, найду. Так, это значит у меня 38. Один из пистолетов продам. Стоп. Разоружу. Надо... А! У Сулика возьму. Точно. Вот это вот так мы сделаем, да. Это мы сделаем вот так. Я ему оставлю все-таки один из кастетов. Я ему все-таки один из кастетов оставлю, когда он, например, случайно выбросит свое копье. Вот. Пистолетный, значит. Стоп, я пистолет. Пистолет закину. Есть. Откуда его деньги? Я ему деньги оставлял, разве? Это ж мои деньги. Так, значит, это простое копье. Тоже закинем. И вот это пока все так и оставим. Так, теперь я. Да, я ему, походу, деньги случайно скинул свои. А, нет, это просто общие наши деньги. Фу, я уж испугался. Яйца я, наверное, продавать им не буду. Фонарики. Фонарики я продам. Не знаю, понадобятся они или не понадобятся потом, но сейчас я их продам.
Лопату оставлю, пригодится. Мусор, коктейли, молотого, наверное, оставлю. Это мне тоже, наверное, рано или поздно пригодится, пока тоже пускай лежит. Картишки и кости, скорее всего, пригодятся. Это все, значит, вот оставляем пока так, как есть. Действующая рация, возможно, для какого-то квеста мне пригодится. Я надеюсь, вы мне об этом напишите в комментариях. И очень надеюсь, что она мне пригодится рано или поздно. Так, значит, давай-ка тогда уравняем. Ой, где денежки твои? Вот. Это мне, значит, нужно 302 рубля. 302. Готово. Все, обмен. Кайф, кайф. Кайф. Что-нибудь другое расскажи. Насчет Рины, вы можете взять меня с собой? Ты вроде хотел поторгать. Так, по пути. Так. Хочу спросить, пока вы тут... Так. Вы теперь часто будете торговать в BlackRock? Договорились заглядывать сюда ориентировочно каждое 10 число. Пара дней на отдых, а затем опять в путь. Это довольно удобно, ведь раньше у нас не было перевалочного пункта на этом отрезке пути. Что вас заставило идти в такую даль? В основном это шкуры гека, особенно золотых. В городах уже давно и износили довоенную одежду, пришла пора населению Невады сменить портки. Еще по пути мы просто хотим отдохнуть и пополнить припасы. Это удобно. Так, как вы попали в осаду рейдеров? Мы двигались в BlackRock, торговали шкурами по приглашению местного хозяина. Теперь подходит, так, потом ли... Так, это мы уже знаем. Так, третья часть. Насчет Рины можете взять с собой? Почему бы и нет? Ты вроде человек неплохой, но имей в виду, мы не станем ждать тебя и не будем волочиться позади. Поэтому бери только самое необходимое, не больше 35... Пунтов, если ты уже снарядился, то не остается вам просто сделать остановку у индейцев. Сделать ли остановку так? Нет, слишком много. Не-не-не, не буду я с ним путешествовать. Хотя, я не знаю, вы тоже напишите мне, я вот сохранюсь. Вы мне напишите об этом в комментариях. Стоит ли с ними отправиться в путешествие, но я пока хочу все-таки... Еще раз я к гробовщику, наверное, сбегаю. Так, сколько у меня там по опыту? Вообще не... Понятно. Еще поговорим. На крайне, воняй, гранатой, трупами. Это все. Это все. Угу. Это все. Блин, вот в какой-то из этих могил все-таки находится этот чел. Не знаю, может их стоит перекопать. Может их стоит... перекопать. Блин, мне я сегодня проходил, то есть сегодня у меня был стрим, я после стрима записываю новое видео, вот, и мне на сегодняшнем стриме уже писали о том, что можно выкопать могилы, а потом точно выкопать могилы можно. А потом по пути находить каких-то там типа линчеванных трупов, висящих на деревьях или чего-ли, и их можно закапывать при помощи лопаты, ну, в могилы, и за счет этого себе повышать карму. Ну, типа, упокоить бедолаг. И я думаю, наверное, давайте попробуем так сделать. Так. Посмотрим, как это сильно повлияет. Но, конечно, денежки нам пригодятся. Может, конечно, стоит это на скрытности делать. Будет безопаснее. Так, есть. Еще, как я помню, есть вероятность подхватить какую-то инфекцию. Вот, кстати, только что я ее подхватил. Но зато раздобыл динамит. От инфекции мы сейчас все равно, в любом случае, мы пойдем сейчас лечиться в этом, в город-убежище, и заодно крафтить себе курточку. Могила не закопана. О! Вот это мы почитаем обязательно. Вот это мы обязательно почитаем. Блин, лопату сломал, прикинь. Лопату я сломал. Ладно, газуем. Ну-ка, поговорим. Он мне что-нибудь скажет на это?
А у его, может, есть лопата? Ладно, хрен с ним. Остальные потом докопаем. И, естественно, если мы зайдем сейчас в наши характеристики, карму, грабитель могил, да, карма наша понижается за счет этого. Вот. Ладно, разберемся. Сохранимся. Будем искать, значит, способ вернуть свою карму. Почему бы и нет? Так. Угу. Значит, давай дальше. Так, блин, золотые гекконы. Блин. Может попробовать все-таки повоевать с ними чуть-чуть, с этими гекошками. Давай. Очков не хватает, ладно. Минус 14. Блин, между прочим. Вот. Блин, он хороший воин. Я надеюсь, он не сдохнет. Надеюсь, он не сдохнет. Я подойду все-таки поближе. И нанесу ему еще выстрел. Попробую попасть ему в ногу. Давай, наверное. Или... Не, давай в пах. Есть. Обездвижили. Он в агонии. Ход. Мне кажется, сейчас ему достанется. Промах. Кайф. Так, Слим получил ранение, прокидывается. Это печально. Надеюсь, он переживет. Блин. Так. Надеюсь, он переживет эту стычку. О, попал по-другому. Не страшно. Хотя бы так. Умри. Труп. Блин, Слим умирает. Все, мы перезагружаемся, естественно. Не хочу я такого персонажа терять. Так, я возьму сразу оружие. Я его сразу перезаряжу. Опля. И потопали. Снова в город-убежище. Сейчас по-любому на нас опять гекконы нападут. Смотри-ка, безопасно проходим. Обалдеть. Ха. Так. Ну все, по кайфу. Здесь все по кайфу. Давай я все-таки, наверное, пушку уберу. А то мало ли, чего это может мне стоить. Прочитаю книженцию. Записка старателя. Ну что, я натуралиста себе, значит, поднял. Вот. Теперь пойду лечиться от инфекции. Давай-ка, подхиль меня. У меня жар, болит голова и кашлю кровью. Что со мной? Так, значит, инфекции. Вылечи меня, док. Есть. Так, все, отлично. Нас подхилили. Это очень замечательно. Теперь пойдем искать верстак. Я крайне надеюсь. По-моему, он здесь, да? А, нет, не-не-не-не, стоп, это верстак. Да. Все, точно, я же помню, он во второй части Fallout был здесь. Давай, значит, пробуем. Верстак. Опа, этот верстак мог бы помочь вам в изготовлении, ремонте, совершенствовании некоторых предметов при наличии чертежей расходного материала. Ну-ка, ремонт испорченный лазерного пистолета. Материал испорченный пистолет, металлолом. Требование ремонт 40. Энергооружие 50. Энергооружие надо прокачивать. Месть Микки, металлолом. Тостер, рабский ошейник нужен. Нужен рабский ошейник. Ремонт и без оружия 70. Пипец! Так, вернуться к списку. Чистка старенького счастливчика. Ну-ка. Энергооружие 40 нужно, ремонт 35. Вот я его мог бы починить, но позже. О, вот, остановить разодранную куртку. Шкуру необходим дополнительные куски кожи. Использовать шкуру серебряного гекка. Материал... А если бы я использовал шкуру золотого гекка, это было бы, наверное, еще круче куртка. То есть какие-то дополнительные очки защиты были бы у ее или нет? Напишите, пожалуйста, об этом. Это, блин, очень интересно узнать. Материалы разодранная куртка, один кожа.
Внимание, броню следует снять перед использованием. Требование, ремонт 35. Начать изготовление. Процесс завершен. Кайф. Слушайте, мне очень нравятся вот эти новые фишки Fallout Nevada по сравнению с Fallout 2. Вот эти, если вот эти все фишки по крафту, по вот, вот эти по инфекциям, вот, ну, вот все вот эти нововведения были бы Fallout 2 и Fallout 1, игры просто бы, ну, заиграли абсолютно новыми красками. Был бы такой балдеж. Блять, да мне о чем вообще говорить? Вы прекрасно знаете, если вы играли в Неваду, вы понимаете, что насколько она именно в этом геймплее просто возросла по сравнению с другими классическими частями. В принципе, здесь довольно-таки интересные квесты. Они прикольные, реально прикольные. Они не уступают первым классическим частям. Здесь и квесты интересные. Так, смотри, у меня без оружия 41, легкое оружие, энергооружие, блин, ремонт. Вот и ремонт. У меня хорошо, что 56. Это мне только на пользу. Значит, курточка. Курточка. Еее, курточка, пацаны. Так, а без нее сколько? Глаз брони. Угу. Не, кайф, кайф. Сопротивление сразу возросло. Глаз брони взлетел. Это офигенно. Теперь, давай я немножко пробегусь еще по квестам, по заданиям, но на сегодня, наверное, на этом буду заканчивать. Охота на Скорпиона Легенду. Стоп, я опять на это же нажал. Black Rock. По Black Rock мы уже все тут закончили. Ньюрина. Угу. Лавлок. Так, Агима просто починить водосборник племени. Водосборник племени. А у меня ведь металлолом, по-моему, еще был. У меня, по-моему, два металлолома был. Или один. А, у меня, во-во, отлично. У меня два металлолома. Я не знаю, нужно попробовать. Починить. Что из этого выйдет. Потом. Значит, мне нужно изготовить. Нет, не то. Лавлок. Найти способ проникнуть на базу Хоторн. Это тоже стоит попробовать, но это, наверное, не сейчас, это позже. Так, погоди. И надо попробовать избавиться от этой банды. Попробовать их отравить. Ну, значит, мне нужен яд. По отравлению базы этих, мне тоже, по-моему, писали, что мне нужно вот... Яд, не помню, как он уже называется. Крово чего-то там. Ну, короче, вот эта хренотня при помощи... Ну, изготавливается при помощи ягод. Вот этих. По-моему, мне нужно их одна или две ягоды. А у меня сколько, кстати, ягод таких? Три. Вот надо попробовать их изготовить. Что из этого выйдет? Так, еще раз сохранюсь. Бегу в лавлок, сломя ног. Так. А можно попросить их, чтобы они проводили для лавлока? Black Rock, Джерлок. Наверное, до Джерлока поближе будет. Тогда пойдем. Да, до Джерлока оказалось чуть поближе. Блин, слушай, а этот чел, которого я спас, его ведь здесь нету. Он же тоже в рабстве, да? То есть он мне не сможет починить курточку. Блин, он мог бы мне улучшить курточку. Так, теперь чуть поближе. Ага. Так. Есть ящик, который можно залутать. Но тут пусто. Не страшно, не страшно. Сохраняемся. Продолжим путь. Блин. На, опять. Стоп, а в пещеру можно зайти? Ты кто? Грабитель? Охереть, их тут так много! Охереть, как тут их много! Но по факту я не смогу с ними справиться. Это бесполезно. Они, их слишком много, они все в броне. Ну-ка, ход. Как они быстро меня замочат, мне интересно. Так. Слим труп. О, да. Блин, ну прикольно, прикольно.
То есть у меня был все равно вариант их замочить. Ну как, нет, не то что замочить, но если бы я был ультра прокачанный, все-таки давай я попробую добраться. Давай я попробую добраться до Лавлока. Осталось чуть-чуть. Вот. База. Так, стоп, стойбище племени. Угу, да-да-да. Сохранимся. Есть. Есть. Попросим приготовить нам яд. Стоп, еще. По-моему, на семерку, да? Ну-ка. Осмотреть внимательней. Сильно проржавел. Подготовиться к работе. Большое количество металлолома. Починка потребует некоторое время рисунка. Отремонтировать водосборник. Все-таки я смог. 1200 опыта. 1200 опыта, пацаны, я смог. Используя металлолом и все свои умелые руки, вам удалось восстановить аварийные участки бака. Теперь водосборник может прослужить племени еще несколько лет. Кайф. Блин. Пацаны, я не ожидал, конечно, что у меня это получится. Ну как вам водосборник? О, наше хранилище чистой воды теперь не будет загнивать и течь. Растрачивая слезы природы на бесплодную пустыню вокруг, теперь же оно будет поливать жизнью наши плантации. Мы благодарны вам, но чем платить вам за труд и беспокойство? Я хочу так, гору сэндвичей прямо сейчас, мне нужна награда, примите... Не нужна награда, как жизнь доброй воли. Сэндвичи. Давай ничего не будем брать. Ладно. Пускай бедолаги остаются. Это так как бы за карму. Мы не будем... Так, мы не забудем вашей доброты. Не часто к нам приходят белые люди с чистыми пожеланиями. На вашем месте многие захотели бы иметь с племени пользу. Да прибудет с вами сила духа пустоши. Может, он мне какое-то благословение закинул? И, например, я на это надеюсь. Но в любом случае это поселение дало мне куда больше. Оно дало мне крутого напарника. Без него мне будет намного хуже. Это однозначно. Так, не подходи. Не буду, не ссы. Медикаменты. Настойку от заразы. Целебные. Так, тогда другой вопрос. Блин, настойку от заразы. А вот яд... Ой, я забыл, а мне же, может, писали, кто может яд приготовить. Блин. Точно. А я не помню, кто может мне яд приготовить. Может, загуглить? Конечно, у меня на это нет особо времени. Ладно. Наверное... Знаете что? Я все равно сейчас буду закругляться. Я просто хотел... В конце-то концов... взломать вот этот самый... Так, у меня ломик в инвентаре. Вот этот самый заборчик. Так, сохранимся. Меню. Вот эта хрень. И вот так, пробуем. Вот как это ломается, оказывается. Ё-моё. Ай, карамба. Ах ты, тварь. В мозг. Труп. 20 опыта получил, кайф. Чик, чик. И теперь вот здесь, вот этого члена можно залутать. Нормально. Неплохо. А это ножик какой, может, именной? Обычный нож, да? Да, обычный нож. Ну, слушай, ну, динамит на шашечку. Так, а вот еще, знаешь что? Попробую. Просто попробую. Ничего не даст. Так, а если ядовитые ягоды закинуть? Тоже ничего не даст. Так, погоди, а мне... А, вот, осмотрю водосборник, обнаружили в нем немного мутной воды. Похоже на то, что реды пьют и именно ее, то если удастся добраться до чего-то покрепче. Наверняка они страдают так и против... Наверняка они страдают от дизентерии, и если еще немного подпортить воду, она станет губительной даже для них. Блин.
Мне нужно где-то... О, во-во-во, вот эти штуки. Одежду. Вы нагло воруете чужие вещи. Еще одна изношенная куртка. Ну-ка. Она хуже, конечно. Блин! А ее тоже, наверное, можно будет починить. Мне интересно. Так, давай-ка я отдам ему хотя бы эту курточку. Так, поведение. Кайф! Хотя бы это. Слушай, хотя бы так. Так, все, отлично. Отлично, пока все. Так, ребят, будьте добры. Я понимаю, что, скорее всего, вы мне об этом уже говорили, и я подзабыл, где конкретно сделать этот яд. Напишите, пожалуйста, конкретно под этим видео комментарий, где конкретно изготовить яд, которым можно травить эту воду. И замочить тут всех этих рейдеров. Буду за это крайне признателен, я сохраняюсь. Вот. И смогу ли я починить курточку, которую надел сейчас на своего напарника Слима? Вот. Ну, я, в принципе, попробую. Надо будет раздобыть всего лишь шкуру и попробовать на верстаке ее починить. Если получится, то получится. Все, значит, я на этом сохраняюсь конкретно. Вот тут. Да, да, да. Все. Ну все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии под этим видео. А также оставляйте... А также подписан на группу ВКонтакте, YouTube канал, Дзен канал, ВК Play Life и канал в Телеграме. Все ссылки есть в описании под этим видео. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего и всем пока.